Нет, не всегда. Дело в том, что... Нет, можно молиться, конечно, непрерывно, независимо, где вы находитесь. Но ведь орбита, она постоянна, а Земля вращается. Поэтому каждый следующий виток ты пролетаешь уже на другой точке, которая сдвинута по экватору на 15 градусов. То есть, если я пролетел один виток над этой точкой, Земли не всегда попадаешь в одну точку. Периодически попадаешь, но не каждый раз. Поэтому. Но 16 раз, да. Да. Вопрос. Один попроще, другой. Первый вопрос. Какой язык общения на станции? Это русский или английский? Мы называем рунглиш. Дело в том, что согласно меморандуму между странами, вернее, партнерами, официальный язык на станции английский. А так как мы летаем на кораблях, на российских, у нас официальный язык на корабле русский. Поэтому все вынуждены учить англичане, вернее, партнеры учат русский, тот, кто летает на кораблях, а сейчас летают все только на наших кораблях. А мы учим английский для того, чтобы, ну, говорить, тренироваться, понимать. То же самое моряки рассказывают. Вот
первый раз выходят, они настолько чаще, ну и мы такие же. А потом начинают хулиганить там. Эти показывали внутри станции, а то снаружи, когда там у нас есть такие фалы переменной длины, то есть они вытягиваются он сам 1.5 метра, а может вытянуться там на 4 метра, вот такая резиновый фал. И вот, значит, переход от одного поручня, там можно перейти по-другому, а делают прыжок и какое-то время летит, только уповая на этот тонкий фал, который при хорошем натяжении и при хорошей скорости может оторваться. Начинает потом, приходит и рассказывает, как это хулиганили в космосе. Поэтому... Разрешите, пожалуйста, вопрос к Валентину Васильевичу, если можно. Известно, что были современники Юрия Алексеевича Гагарина, что с ним также были в Лавре. Вот не рассказали бы о нем немного, а вот о ваших поездках в Лавру, каким то его взглядом на вас Лавре. Но вы понимаете, так получилось. Я очень долгие годы молчал, а потом на рождественских чтениях, как всегда, еще женщин. Вышла доктор наук исторических, и она говорит, ну вот Гагарин же был атеист, летал, Бога не видел, вообще там. А вел митрополит Валентин Оренбургский, и он мне показывает, что будет сейчас отвечать. Ну и тут, как говорится, понеслось. Я говорю, наверное, тот, кто передо мной говорил, он Юрия Алексеевича не знал абсолютно. Потому что я помню, когда отметили его 30 лет, но приехал к нему товарищ, вместе в училище были Кобыльцов, Коля. Ну, они, как всегда, как пилоты. Вот Валерий Григорьевич, он в академию пришел, уже будучи командиром эскадрильи. А эти старшие летчики были, ну, они отметили, а тот говорит, Юр, ну, встреча рядом Троицкая Сергиевая Лавра, ну, давай, пока есть возможность, я такая машина замечательная, съездил, ты там был, видно, не один раз, он говорит, ни разу не был. Ну, и мы с ним так тепло познакомились на Комсомольском съезде, и я ему рассказал свое впечатление о Лавре. Но он мне звонит, говорит, слушай, вот в Лавру попасть можно? Я говорю, да, конечно. Ну, Лавра не закрывается. Он говорит, а мы успеем доехать? Я говорю, Юрий Васильевич, ну, 5 часов, что там. Когда приехали, я вам честно скажу, ну, все мы были в гражданке, естественно, поймите, 64-й год, был еще Хрущев, который очень любил религию, да, и обещал показать последнего папа. Я увидел то, что нигде не увидишь. Толпа выходит из храма, видит Гагарина и всех к нему. Юрий Алексеевич отличается от всех космонавтов, отличался тем, что он никому не мог отказать. Вот, и он стоит, а ему сует кто комсомольский билет, кто профсоюзный за автограф. И, наконец, чувствую огромная рука, это было время великое. Стоит монах, и мне говорит, помощь нужна. Я говорю, батюшка, еще как, мы же приехали. Ну и появляется 4 монаха, такие скромненькие, все это толпу отодвинули. Он говорит, давайте зайдем, мы заходим в храм, в трапезную. Вот. И он говорит, Юрий Алексеевич, ну, первый космонавт съезд, давайте ко мне в келью. А он говорит, батюшка, вы понимаете, нам сначала к моще. А мы не знали, кто. Потому что в келье, в трапезном храме, ну какая келья? А когда пришли, мы поняли, что это отец-наместник, и впечатление было потрясающе. Причем я никогда не думал, что он такой внимательный. Он спускаемся, он говорит, Валентин, смотри, дыра какая, заделать не могут. А батюшка услышал, говорит, это не дыра. Это от ядра осталось при осаде Лавры. Ну, уже тут интерес. И он говорит, Юрий Алексеевич, давайте в ЦАП.
Он говорит, а чего там в этом? Я говорю, Юра, это церковно-археологический кабинет. Ну вот, когда туда попали, я понял, что Гагарин очень неплохо знает православие. Потому что пока мы шли иконы, нам рассказывали там все. А когда подошли к макету храма Христа Спасителя, он настолько проникся, он смотрел туда, макет сделан в царское время, и там росписи даже, как он был, сделан он в 1912 году. И Юра остановился, и он смотрит. Смотрит очень долго, а потом батюшка говорит, а где храм? Тут говорит, Юрий Алексеевич, там сейчас бассейн Москва. И вот у него настолько это запало, я думал, ну, впечатление есть впечатление. Проходит год, Хрущева уже нет, Брежнев был пленом ЦК комсомола, посвященный патриотическому воспитанию молодежи. Гагарину, как члену ЦК, обязательно выступление. Выступление ЦК готовили, он сказал, что надо, а в конце такая пауза, и он говорит, ну о каком патриотическом воспитании, если храм воинской славы взорван? Есть предложение восстановить храм Христа Спасителя, потому что деньги собирали еще в 64 году, мы не знали. Это храм, название пускай не отпугивает никого, и триумфальную арку. Ну а комсомол тогда был, вспомните, 65-й год, значит, на целину, пожалуйста, вам строят, пожалуйста, а тот храм строит, пожалуйста. Все встали, хлопают, сказал кто? Депутат Верховного Совета, герой Советского Союза, первый космонавт, значит, точно. А президиум не такой был порядочный, как здесь. Да? Они сразу делают перерыв, и кому положено из ЦК КПСС, позвонили на самый верх и говорят, ну, значит, вы. Значит, ну, объяснили, что первый космонавт, вот, рад на целевинке, там все. Но, слава Богу, нарвались на ближнего. А я так понял, что Леонид Ильич в душе тоже был православным. И он говорит, ну, что вы раскричались? Гагарин русский человек, он вам предложил, да? А вы комсомолу объясните, денег у нас на храм нет, а триумфальную арку поставим за полгода, а Юрий Алексеевич привет. И вот выходит Павлов, первый секретарь, ну это вождь, молодежь, куда-то. Подходит, а они с Юрием Алексеевичем дружили, он говорит, Юр, тебя Брежнев спас. Говорит, а в чем дело? И вот он рассказал вот эту цепочку. Поэтому, понимаете, когда мы возвращались, он еще сидит так и говорит, Валентин, ну ты меня нарисовал? Я говорю, да. Он, ну покажи, я ему показываю. Он говорит, так это мне? Я говорю, Юрий Алексеевич, он что ты хочешь? Я говорю, а ту фотографию, которую вы батюшке подарили, гражданке мне. Он говорит, так у тебя есть, я говорю, у меня в военной форме, в гражданской нет. Ну вот так мы с ним обменялись. Я ее сейчас храню для внуков. Вот, но подъезжаем уже к Звездному, и он так задумавшись говорит, и жизнь на небесе, как это сказано, здорово. А его друг сидит, говорит, Юр, ты что, иконы молитвы знаешь? Он так посмотрел. Коля, у нас все деревни молитвы знают. Поэтому я понял, что и крестил он дочку перед тем, как идти в отряд. И сам был крестным своей племяннице. И даже в атеистическое время не боялся сказать и постоять за храм. И вот как бы за все это, все вместе, продолжатели его дела создали замечательный храм, который в Звездном городке. Но поскольку Валерий Григорьевич вас пригласил, то мне теперь легко говорить, потому что вся ответственность на нем. Вот. Храм так просто не попадешь, потому что в определенные дни. Но
Генерал Корсун может дать команду. Грамм откроет. Что вы увидите. Ну вот это единственное, что я хотел сказать.